В этом году отремонтируют около 50 километров федеральных дорог, входящих в Красноярскую агломерацию. В порядок приведут 5 участков на трассах М-53 и М-54 в Березовском и Емельяновском районах вблизи краевого центра. В том числе капитальный ремонт ждет 8-километровый фрагмент магистрали между Красноярском и Дивногорском. Работы будут проводиться в рамках всероссийской программы «Безопасные и качественные дороги». Рабочие заменят асфальт, укрепят обочины, установят новые знаки. Полная реализация проекта рассчитана на несколько лет. Сейчас первый этап реализации – это 2017-2018 год, в которых основная задача – снизить число мест концентрации ДТП и повысить качество непосредственно самих дорог в агломерации. То есть основные ключевые показатели на 2 года. Проект большой, как я сказал, масштабный, до 2025 года, и там дальше уже пойдут объемы уже непосредственно по строительству и развитию сети.